Вблизи Павлодара машина насмерть сбила двух лосей. Авария произошла ранним утром. Взрослая лосиха и ее детеныш выбежали на дорогу. Удар мчавшийся на скорости иномарки был настолько сильным, что животные погибли от полученных травм. А в результате ДТП серьезно пострадали 62-летний водитель легкового автомобиля и его пассажирка. Сейчас они в больнице, их состояние крайне тяжелое. По мнению специалистов, появление лосей вблизи города не характерно для их поведения. Почему они так подошли к городу? Сочная трава, а пойма там в основном залита водой, попуски воды идут на сегодняшний день. Поэтому они ближе к городу перебрались, наверное.